Ну, с перетяжечкой. Ну вот, начали пробный лов производителей, которые отдыхали. Думаю, штук 200 поймаем. Остальное в ноябре. Пруд спустили. В верхнем ряду, в двух верхних рядах не было пиявок по этим самым, по кирпичам. А с нижнего лезут. Вот вода еще сошла не вся. Сойдет. Быстренько отловим. Заполним водой снова и до ноября. А этих закормим. И будем работать. Ну, когда вода уйдет, на низ станет. Вот, и будет видно в щелях, кто там у нас живет.